Сегодня 3 марта 2019. У нас продолжается зимовка. Я вам хочу показать, как перезимовали материнские семьи лягустика от Детори и от Осиоли. Вот здесь находится семья Детори. Это третью зиму она у нас зимует. Раньше две зимы она зимовала по 12 рамок Додана, полностью занимала клуб. Ну а в третью зиму пошла немножко слабее. Сейчас посмотрим, как она продолжает зимовку. Вот смотрим. На 8 рамках 7 улочек она занимает. Все нормально. Никаких следов неудачной зимовки нету. Ну да, кормов еще хватит. Так что пока все нормально. А вот это Осиоли, матка 17-го года, вторую зиму зимует. Это, конечно, семья повеселей. Видите, как у нас нулевая температура сейчас. Семья сильная. Кормов у нее еще есть. Просто уже расплод пошел. Ну, в это время это уже не страшное явление. Так что, я думаю, все нормально. Вот этот в полистирольных ульях, это все отводки от этих маток. Я думаю, отводки перезимовали, ну, на 4 с плюсом, я бы так сказал. Есть там некоторые нюансы, но это не от породной зависимости. Ну а так все нормально. Так что я думаю, итальянцы по поводу зимовки селекцию немножко ведут. При таких зимах, как у нас сейчас, я думаю, итальянка у нас будет зимовать прекрасно, если, конечно, снова не вернутся те зимы, которые были раньше, что сугробы заметали под крыши домов. Тогда, я думаю, проблема не только в итальянке появится, но и в наших пчелах тоже. Ну, как бы все. Спасибо за внимание.